Не услышим, правда. Могу не услышать его. Давай звук поубавим. Подожди, бля, я не взял наушнички. Может быть... Йоу, тигры. Здорово, бро. Слушай, я не знаю, насколько будет тебя слышно, потому что у меня нет наушников. Вот. И еще. Как у тебя дела, бро? Нормально, братан. Ты как? Бро, плохо тебя слышу. Я тут хочу с чуваками поговорить про мерч и про то, что у меня релизик выходит. О, нифига, ты где находишься-то? Во Франции. Да? Йоу! Да. Красиво. Красиво. Слушай, бро, напиши мне потом в телеге, бро, я тебе номер скину, я тебе трек скину. Давай, а давай, давай, бро, тогда с тобой. Записал. Или, может быть, типа, созвонимся там по телеге, потому что не слышно сейчас ничего. Все, давай, тогда. Все, давай, бро, на связи. Йоу, всем салютики, чуваки. Клево, что вы пришли, потому что я нигде не говорил про этот эфир, просто решил, раз уж я тут тусуюсь, решил спросить у вас, как у вас дела, чуваки. Вот кто ставит лайки, те молодцы. Как у вас 1 сентября, там вся хуйня. Как 3 сентября. Здесь, кстати, Оля Север, самый охуенный фотограф. Типа, пишите ему, если... Жиза, братан, когда раскатаешь лохов на грамме. Мерч, тема, ебой. В группе ссылка, чуваки. Если вам нравится вот это вот, вы тогда шарите, пишите в сообщение. Потому что 8 сентября, типа, уже потихонечку выходим в тираж, и будет стоить там подороже, поэтому... Да. Не теряйтесь, чуваки. Так, Flow Tijolade. Да, кстати, хотел вам сказать, чуваки, вас ждет офигенный релиз, короче. Я записал бейслайн релиз, но его придется подождать немножко. Вот, потому что... чтобы... Здесь Севастьяна, кстати, клевая певица. Чтобы его свести, нужны бабки, и их нужно заработать, поэтому месяцок вам придется потерпеть. Но оно того стоит, чуваки. What's good? What's good? Все клево, чуваки. Да, не важен прайс, пишет, важно качество. Качество вообще пиздец, какая бомбовая, нахуй. Я говорю, привет, ты что, в подвале? Нет, бро, мы сидим просто на улочке, да, чаек пьем. Так. Здорово, Тилс, передай привет Воронежу. Привет, Воронеж. Бига. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо. Ну чё, чуваки? О, Видзи здесь. Видзи. Респект Видзи. Он самый охуенный битмейкер. Так, йоу, только что взяли первое место на батле ВДНХ. О, фристайл мандом здесь, банкир, бро. Салют тебе. Кайф. С фристайлом просто я немножко временно, короче, не в движухе. Вот. У нас тоже, кстати, по фристайлу мутят чуваки там движение фристайл-машин. Видзи пишет, big up, my G. Big up, bro. Я не знаю, хочу написать тебе, у меня есть одна идея для Ридима. Просто сейчас очень много разных дел, я кучу разных проектов придумал. Вот, поэтому, Видзи, бро, напишу тебе потом. В СПБ холодно или на стиле просто? Да, бро, ну, типа, не очень сегодня тепло, сегодня дождь, короче, дождливо. И я на стиле, как всегда. Ну, и плюс, как стильный американский сутенер ходит в шубе. Да, только не в шубе, и только не сутенер. Вот.
Есть какие-то новости или просто фан-стрим? Да, ну, такой незапланированный просто немножко стримчик, да. Хотел вам напомнить, что вот мы сделали такие офигенные кепки, мы сделали клевые майки, вот. Можете глянуть в группе. И хотел сказать, что в процессе релизик, да, просто пушка реально. Там Бадворк на звуке. Там от Дути Тинза будет ремикс на Револьвер, кстати, если кто-то шарит за длинные эфиры, да, они могли услышать уже кусочек в группе в длинном миксе от Мистер Джи. Если пропустили особенно, то, блядь, идите, чекайте, что? А как тебе идея, братишка, сказать про какой-нибудь трек? Поподробнее. Про трек. Ну, типа, с релиза, допустим, будет интересный трючок, например, чисто хардспитинг. Вот вы давно меня просили сделать такой жесткий хардспитинг, потому что давненько я не делал ничего такого. И вот мне один малой диджей, битмейкер, продюсер, как же его зовут? Space Zoll, по-моему. Вот. Сделал бит пиздец мясо. Вот. И под него просто пиздец какое мясо. Так что ждите. Йоу, чё, как там с обложкой релиза? Обложка релиза, она придумана. Интересно, почему ты спрашиваешь? Ты типа... художник, может быть, или дизайнер? Я просто не совсем врубаюсь, Гарри Лентовский. А ты можешь, типа, помочь мне с обложкой релиза? Или в перспективе. Йоу, там махают люди, салют. Так, вы можете, кстати, нажимать на лайк. Кепочки. Сколько стоит кепочка? А, кепки, по-моему, стоят 800. Да, да. Сейчас 800. Сейчас 800 стоит, короче, 8-го сделаем 1000, поэтому, типа, давайте, если вы хотели купить кепочку и просто... Я напоминаю, что на предыдущем стриме, который тоже был не запланирован, вы сами придумали этот мерч, вот, и теперь, как бы, кайф, если вы его теперь сами и купите, потому что мы уже носим его, и он, типа, суперудобный. Есть ли варик фитануть? Ну, бля, не знаю, я только по знакомству, чуваки. Если мы знакомы, вы пиздатый МС, думаю, что да. Но фреш, хиловский, лони, мы не знакомы, бро. Типа, приходи как-нибудь на рейв, да, типа, на open mic какой-нибудь. Послушаем, вдруг ты, типа, блядь, легенда. Привет, Рома, салют, 7-6-11, Саша. Залечу ли я на третий 140 BPM кап? Вряд ли, чуваки. Ну, не в турнир, уж точно. На мейн-эвент, если меня Эдик, конечно, какой-нибудь позовет, супер крутой, да? Там подумаем. Вот, а так, ну, турнирка нет, бро. О, Saint Cypher. Я жду все, когда вы там мне напишете, да, чуваки. Как минимум ты дождался. Да. Учусь читать грайм по твоим трекам. От души, чувак. Реально. Ну, лучше учись, конечно, просто слушая всяких нормальных иностранных MC, типа. Это будет более продуктивно, иначе тебе будут говорить, что ты косишь под меня. Йоу, все махают, всем салют, чуваки. Ой-ой-ой, тут спойлеры к... Опасно, опасно стало, да. Кубку МЦ. Кто не хочет, может закрыть глаза. Где сидишь? Да мы сидим в кафешке, просто чаек пьем. Я решил, думаю, ну стримчик сделаю с чуваком. Разговариваю хоть. О, Saint Cypher умнов прилетит, напишу. Ну давай, бро, я жду. Как бы у меня есть материал, который мы можем сделать. Кстати, с Писолджей и Шумом прикольный получился у вас выпуск. И у Шума, короче, я не слышал этот куплетик. Он, типа, про умереть рэпером. У меня будет скоро похожий трючок. Хотя не знаю, насколько скоро он будет. Жаль, что этот трючок у Шума есть, потому что мог бы быть фит крутой с Шумом. По твоему мнению, какой твой лучший бэтл? Ну, на самом деле,
мне большинство бэтлов, типа, более-менее нравится. Типа, не то чтобы я их, типа, супер пересматривал, но вот на Versus я доволен, очень доволен нашим клэшем. Как ты придумал свой ник? Я уже рассказывал, чуваки, мне Рамштайн нравился. Там есть такой чувак Тиль Линдерман. Вот. Это не фаги. Клево. Всем новым головам респект. Как относишься к рифмобесу? Влад, только респект. Только один респект. Soft Sour, братишка, салют. А что с рифмобесом, кстати, тут пишешь, с рифмобесом, а ха-ха-ха-ха, типа, в смысле, нравится тебе клэш с рифмобесом? По-моему, забавный там. Про ослоёб, да, смешно. А всех сегодня заебала песня про 3 сентября, типа, или только меня? Она, по-моему, вообще изо всех блядских щелей просто сегодня. Что, сука, календарь? Защитники, да, типа, календаря. Блин, Рома, уже 5 дней хожу и напиваю. Ниндзя Монстайл — это Шаолинь. И это, кстати, неспроста, потому что на бейслайн-релизике я сделаю это треком. Так что еще один повод, который, может быть, заинтересует вас для ожидания этого релиза. Когда новый разъеб? Вот я говорю, чуваки, записал сейчас бейслайн-релиз, мини-релиз. И он вот на этапе сводки. Но чтобы его свести, нужны бабки. Их нужно заработать. Как минимум месяцок придется потерпеть. Думаю, может, даже побольше. Но оно стоит того, потому что сделаем еще видео какое-нибудь клевое. Ну так-то всегда есть вариант помочь. Да. Купить морчуху. Да, чуваки, если, конечно, вы хотите побыстрее, чтобы все двигалось, конечно, вы можете купить мерчуху, типа, это было бы клево. Вот, ну так, как минимум, месяц-полтора вам придется подождать новых разъебов. Делаю ли я чин-чин, чувак? Вот спрашивай, человек, делаю или я чин-чин? Сам ты как говоришь? Конечно, делаю. Да. Вообще, на самом деле, чуваки, респект, когда вы цитируете мои строчки на моих стримах. Это просто дорогого стоит. От души. Да, это топ, чувак. Ты прав. Кстати, батл-то неплохо собрал в итоге с вайп-хантером. Даже, по-моему, больше, чем Versus собрал. Это радует. Ну, видишь. Да, развитие. Да. Не, ну он типа в трендах был, как бы. Как Гоукила сказал. Да, и, типа... Нет, он, типа, как Гоукила сказал, троеточие. Рома, приезжайте на Турбо-ночь. Турбо-ночь — это что? Это типа рейв какой-то? Расскажи подробнее, что за Турбо-ночь. Типа, там выступают дети с Турбо-ночкой. Целых, типа, 20 человек узнают про Турбо-ночь. 14 сентября. Это пятница следующая. Море проблем тебе создаст мой револьвер. Бро, шаришь? Шаришь. Кстати, у нас есть футболки с такой надписью. А такой еще нет. Дам залп, чтоб танцпол трещал по швам. Это только татуха. Ебой, да. Блин, прикиньте, чуваки, мне писала одна какая-то женщина, сказала, что... ее муж, короче, уже ревнует типа к Версусу, и, в общем, она хочет сделать татуху с моим именем. Это как-то было очень забавно. Я сказал, что выложу ее в сторис, если она это сделает. Так, вот тебе по турбо-ночь. Street Race, закрытие сезона. Бро, напиши мне насчет Street Race. На самом деле, это интересная движуха, в принципе, для меня никогда не был на Street Race. Опиши мне в директ, пожалуйста, бро. Может быть, типа, сконнектимся с тобой. Улетаю в отрыв, хочу больше таких, как мы. Джулс, салют, бро. Обожаю револьвер. Бро, от души. Я обожаю таких людей, которые обожают револьвер.
Насчет «Улетаю в отрыв» хочу больше таких, как мы, Джуз, кстати. Это один из самых просматриваемых треков, типа, с релиза «Свуш». Так что еще обязательно что-нибудь сделаем. Чай добивается потихоньку. Вот. Пока стоит дым, догорают. Блин, кстати, на самом деле забыл вам сказать, типа, я вот до этого анонсировал большой альбом, который я пишу, и я действительно его пишу, но прикол в том, что пока я его писал, вот родился маленький бейслайн-релиз. Представляете? То есть как бы еще большой. Да. На горизонте. Да. Это просто пушка тоже будет. Вот Space Zol присоединился, бро. Я тут про тебя рассказывал, что ты крутой продюсер и замутил крутой бит мне на релиз. Вот запомните, Space Zol. Space Zol. Вот такой есть замечательный продюсер, который делает крутой бейслайн, от которого ёбла рвутся и трусы у всех. Ями-ями-ями, бейс акула. Ебой, бейс акула. 24/7. Ну что, чуваки, у вас есть еще какие-то вопросы? Я просто на самом деле так и решил с вами немножко повзаимодействовать, узнать, что, как у вас дела вообще. Вырасту, назову в честь тебя сына. Женщина, это ты, которая там хотела сделать мою тату? Кажется, разлогинься. Это Димон, а Димон это же ты. Это ее муж, типа. Да. Вайпхантер норм или нет, респект ему? Вайпхантер респект. Вот. Конечно, респект. Провокации, короче, меня. Нормально, нормально. Мне нравится, как вы это делаете. Да, почти, почти, чуваки. Если бы я был Артемием Лебедевым, я бы, наверное, на это купился. Ты бы передал китайскому дизайнеру. Да, да, да. Будут батлы вообще еще? Да, ну, наверное, когда-нибудь будут, когда они мне снова станут интересны. Мне сейчас интересно сделать разъебных релизов парочку. Порадовать вас. И не просто сделать. Еще интересно посмотреть, как это будет звучать. Да, 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 да. Еще мы сделаем по-любому, чуваки, сделаем ивент. Вот готовьтесь, реально. А, следишь за GMG Clash'ом? Ну, типа, да, чувак, я уже его сужу. Вот сегодня должен отслушать всех чуваков и оценки поставить. Чувак, который просил меня процитировать строчку с батла с Амиаком. Бро, есть этот текст на Джиниусе, так что можешь просто загуглить, и ты узнаешь, что же там за слова. Вот. Это тебе мотивация, чтобы загуглить или мои тексты. Или зайдешь на Джиниусе, и внезапно да. Начать пояснять за панчи. Да-да-да. Так, чуваки. Эстония, приезжай сюда, в Нарву. Эстония, кстати, респект, Нарва, кстати, чуваки. Далеко. Да, да. Нужно, на самом деле, съездить в Эстонию. Я тут недавно понял, что Эстония супер близко находится. Надо реально съездить туда. Бро, как-нибудь съезжу в Эстонию обязательно. Что, в Крым приезжали по-тихому? Ну, как бы не совсем уж так по-тихому, как бы. Там достаточно громко приехали и нормально там потусовались. Кстати, Крым — это прикольное место. Вот. Ну, точнее, Судак. Там куча, кстати, творческих разных людей были. Рэпер СТ там был. И, конечно же, Лев Рыпак. Так. Вы просто хотите, чтобы я произнес строчку с батл с Мяком? Но нет.
Послушайте ее на записи лучше. В крови алкоголь, чувство, как заряженный кольт. Ебой, респект, респект. О, Мосин Артур, типа, фристайл мандом. Салют, бро. О, заебись, жду оценок, участвую в GMG. Да, они скоро будут, чувак. Я сегодня все послушаю и все отсужу. МС прокладка грайм-певица. Смотрю на него взглядом Василиска. Ладно, бро, ты добился своего. Вот я процитировал строчку. Надеюсь, что ты доволен. Я тебе недостаточно душевно. Нет, по-моему, недостаточно душевно. И ты даже лайк поставил. Красавчик. Красавчик. Кто лайк ставит, тот просто вообще тому респект. Вот. Если бы я участвовал в GMG, я бы поставил лайк. Да. Ну, кстати, очень круто, типа, что есть GMG Battle, ну, точнее, Grime Over Here Battle, потому что, ну, там много достойных, короче, на самом деле, чуваков сдало, на удивление. Вот, я даже не думал, что столько нормальных MC, которые могут сделать грайм-треки. Скоро трек-клип-альбом. Бро, если ты только пришел, специально для тебя скажу, что месяца полтора. Все, я заговариваюсь, короче. Блин, тут чувак в комментариях решил процитировать весь мой текст с батл с Амиаком. Респект, бро. Клево, что ты его знаешь. Этот фокус можно здесь двумя цифрами. В одном открываешь текст, в другом отбиваешься. Крамов. Кто такой Крамов? Я не знаю, типа... Кто такой Крамов? Хорошо, давай посмотрим. Я надеюсь, что... Помнится, как-то уже сходили. Давай посмотрим, что за чувак. К нам сейчас присоединится один из вас, чуваки. Отклонил, чувак. Ты ж хотел. Что, передумал? О, Джимаста Бадман здесь. Джимаста Бадман сейчас в Англии. И делает совместки с офигенными MC из UK. О, Писол же тут. Е-бой. Респект, бро. Респект from Russia. Май Джи, я видел, как Писоджи написал, что Тилс, бро, это респект. Бадманчик. What's good? Салют, пацаны, респект всем, кто фоловит нас. Дышь, да, вот именно, грамотное слово. Да, 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 респект всем, кто фоловит наш движ. Вот чувак со стритрейсинга хочет присоединиться. Ну давай, бро, расскажи нам сейчас про стритрейсинг. Сейчас вы услышите, короче, про стритрейсинг. Салют, салют. Йо-йо, салют, мой. Мужик, короче, есть предложение, как бы, чтобы вы присоединились всей своей крутейшей бандой, короче, к нам на мероприятие. Будет закрытие гоночного сезона. Я как бы теневая сторона команды питерской Street Fighters Crew. Сейчас, видишь, залипаю в серваке, короче. Мутим хуйню с японским автопромом. Вот. Но, блин, я тебе в личку, кстати, Ромчик, накидал там. Охуенно весело у нас на мероприятиях. Это... Ну, все, давай, брат, я посмотрю, короче, там тебе отпишу. Давай, мой, на связи. Давай, мужик, респект. Вот, видите, короче, стритрейсинг. Поедем, короче, на следующих выходных смотреть стритрейсинг. Так, Штальти Графикс. Крутой дизайн здесь. О, from UK. О, yeah, Peace Soldier. What's good, bro? Так, тут, пока я разговаривал со стритрейсингом, с братишкой со стритрейсинга, я пропустил немножко комментариев. Здесь в основном цитируют треки из Кули. И снова зовут на 140. Но... Так, зовут на 140. Бро, на сезон, вы мне кучу раз писали насчет сезона 140, но, чуваки, сезон это, ну, такое, типа... Мне интересно более с вами, типа, на каком-то другом уже уровне общаться, типа, делать тречки, видосики крутые.
и делать ивенты наконец-то. Типа, ну хотя бы один там пробный, да, сделать. И там посмотрим, может быть, ну. Big up, Tills. Big up, bro. Родом из чернозема. Так. Ты из Украины? Нет, бро, я не из Украины, я из Питера. Да этот чувак, мне кажется, рофлит. Будет Фисер, да, ну типа, ну не знаю, если мы что-то придумаем крутое. С Никитой, кстати, давно не общался, он сейчас вроде типа супер-мега жестко засел за альбом, и мы давненько с ним не общались. Давненько. Может, я правда с Украины? Рома давненько тился. Да. Рома, ты писал, что учился в университете, окончил, есть вышка? Да, бро, есть вышка, конечно. А как, блядь, деньги еще зарабатывать? Хаслить, конечно, на улице, кроме работы, естественно. Будут ли фиты с пацками из Ясно? С Ясно, кстати, тоже давненько не виделись. Вот, мы должны были с Мэтцелом сделать, давным-давно должны были сделать трек, но вы напишите Мэтцелу, типа, может, он вспомнит, потому что лежит незаконченный у нас трек клевейший с Мэтцелом. Блин, вы так много цитируете на моих стримах, моих строчек. Интересно, у всех, типа, MC такая тема? Очень круто, на самом деле. Чуваки, я прям очень-очень респектую вам за то, что вы знаете эти строчки. Так. Че у тебя на кепке нарисовано? Че у меня на кепке нарисовано? Да, чуваки, это же мой логотип. Вы что, не узнали, что ли? Вы же сами хотели. Такое, кстати, можете в группе, да, как бы пройти в группу и там вот такую же крутую кепочку себе произнести, да, как бы, и стрелять из ганфингера, потому что кепочка-то плюс 10 к стрельбе из ганфингера прибавляет. Честно, не слушал твои треки. Ознакомлюсь с твоим творчеством. Yeah, big up, bro. Типа, ты взял кулачок, я тебе ответный кулачок дал. Как же не знать таких строк? Да, бро, это, ну... Очень респект, что, короче, вы их знаете. Жаль, что у тебя один легендарный трек, конечно. С ним будем так не знакомиться. Ганфингер, да, чувак. На кепке нарисован ганфингер. Ну, в принципе, ганфингер, он почти как сова. Если кто-то смотрел Twin Peaks, то совы не то, чем сложные, кажется. Сложные шутки про Twin Peaks. Ганфингер тоже ничем не то, чем кажется. Так, видел, как АМ из 2.05 тебя пародировал. Ну да, смешно. Было забавно. Похоже. Ну, тут типа такое. Я не знаю, какой ты ответ ожидал от меня. Ну, забавно, я угорнул. Да, вот кто нажимает лайк. Это круто. Давайте сделать это еще раз. Чем занимаешься, кроме рэпа? Я вообще, бро, не занимаюсь рэпом последнее время. Всем ходил. Да, да. Может быть, грайвом, типа бейслайном. Вот недавно, кстати, была движка хип-хоп Evolution. Типа, если... вам посчастливилось ее посетить. Типа, респект. Как тебе, Эрнесто? Заткнитесь. Круто. Круто. Типа. Ничего плохого не могу сказать. Только позитив. Вот, сразу лайки пошли, чуваки. Какой респект? А теперь покупайте мою кепочку. Нету совместок с РДО в его норм альбоме. А, в новом альбоме. Нет, он вряд ли вообще кого-то, наверное, позовет. Он супер плотно засел за этот альбом. Но на моем альбоме будут разные интересные совместки, так что ждите. Может быть, не на ближайшем альбоме, вот, но на каком-то альбоме точно будут интересные совместки. Йо, опять цитируют строчки, это прикольно, так. Шмель комьюнити. Это типа фан-клуб Бамблбизи хочет присоединиться. Там женщины, если там... Шмель комьюнити, типа, если там женщины... Давай, мне интересно, да, смотри. Хорошо, шмель комьюнити сейчас. Я надеюсь, что там голые женщины будут. Потому что у Бамблбизи не может быть другого комьюнити. Если там школьники... Знаете, с кем я вышел сейчас в прямой эфир? Я тебя обожаю, ты лучший. Шмель партнер на всем белом свете. Красава, красава. Души. Почему ты называешься Шмель комьюнити? Ты типа фанат Бамблбизи? Я фанат больших бошек, толстых, жирных, сплифов.
Приезжайте в Москву, что? Ребята, покурим. Вот такая вот фанбаза, типа у Бамбл Бизнес. Блядь, на высшем уровне. Ну все, давай, мэн, респект. Так что насчет фита с Мэн Эрикс? Ну, мы на самом деле с Шишом обсуждали возможный фит, и... но пока не так типа суперсерьезно об этом говорили пока, поэтому не знаю, ничего конкретного по фиту с Мэн Эрикс сказать вам не могу. Как относишься к Шоку? Ну, типа, нормально. Ну, никак, наверное. Ну, пишет, это был уже... Валя Вальчинский, типа, нет. Ты же знаешь, что он вообще уже в другом углу ушел, Шок? Нет, я не в курсе, я просто, чуваки, не слежу за Шоком, если честно. Я не слежу за Шоком, но слежу за Радным Звуком. И там внезапно появилась какая-то панкуха от него. А, нифига, ну то есть... Он вообще в другой жанр уехал. Может, стало лучше, кстати. Это не факт. У него появилась борода? Слушай, если бы я еще смотрел, как он выглядит... Все рэперы стали вдруг все бороды отращивать просто. Забавно. И уходить в рок. Не, ну у Рока, типа, есть свой вайб, на самом деле. Ну, типа, он боль... он явно, типа, отдельные виды рока явно лучше, чем русский рэп уж точно. Заебали своим оверинтересным... Чего? Чувак? Я не понял, что ты говоришь. Сложно. Непонятно. Лайки, это понятно. Да, вот лайки, это понятно, чуваки. Это респект Ганфингер, сразу. Это Ганфингер. В нем много смысла, но да, 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 да. Футболки с надписью «Море проблем тебе создаст мой револьвер», это понятно. Смотри, типа. Тут почти как загадка по вилке в глаз. Рифмобес или Клава? Типа, ну, что ты имеешь в виду? С кем пойти на свидание или с кем? Ну, типа, если Клава это женщина, то я вот, типа, пойду с ней, если она симпатичная. Ну... Хотя, ну, рифмобес, типа, Влад такой, типа... Блять. Ну, чувак, странный вопрос. С тобой Ганфингер, чувак? Со мной Ганфингер просто всегда. Кондрашов бог, Грайм. Кондрашов просто бог. Но, типа, я с ним давно не виделся, и что-то... Кондрашов что-то как будто видосики перестал часто выпускать. Так, на Saints Arfi залетишь? Да, вот буквально сегодня и только что на стриме мы об этом разговаривали, что, видимо, что я залечу на Saints Arfi. Так. Хотел бы с Окси побатлить на битах. Какой странный вопрос, чувак. Может быть, сразу с Иисусом Христом? Типа. Но, чувак, не знаю. Я бы, знаешь, что бы я хотел? Я бы явно хотел увидеть батл Мирона. Типа, ну, все хотели бы. Так что... Может, сразу со скептой фиток? Да. Проснись. Так, Рифмобес или Клава Брау? Кто сильнее на батлах? Ну, наверное, рифмобес. Вот. Типа, без обид Клава Брауна. Вот. Все-таки есть фаня свиданий. Да. Жалко, жалко, да. Так. Знаешь ли, штриха Ганфингер на Back to Beat сейчас выступает? Ну, да, я видел такого чувака. Знаешь, что забавно, что он, типа, одевается как Грайм МС, а читает, как будто он из OG Gang, типа. Он... Мне кажется, что Ганфингер, бро, если ты это смотришь, то тебе нужно определиться. Ты... либо трэп читаешь, вот, либо и, ну, грайм, вот, если ты читаешь трэп, выгляди соответственно, потому что у людей появляется не, ну, недоумение, короче, из-за того, как ты выглядишь, и не соответствуешь своему флоу. Все-таки вилка в глаз. Был на Писолджи. Нет, к сожалению, я в этот день не был в Питере. Вот. Так. Но Клэш офигенный. Писолджи. И с Шумом показали офигенный клэш, новый офигенный формат. Но и, типа, в идеале, типа, я бы, знаешь, тоже бы, типа, вписался бы в такую тему, если бы у меня был крутой английский. Но, к сожалению... Ты, в принципе, сколько... Ты же можешь взять парк на своем языке вообще. Да? Ну да, короче, это по-любому интересная движуха. Эдик, супер, максимум респект за то, что это замутил. И я надеюсь, будет продолжаться, короче, в таком духе. Но, на самом деле, двигаться. Ты берешь респект, потому что... Там была одна интересная отсылка. Да нет, чувак, просто мне понравилось реально.
Так. А вообще батлы будут? Ну, типа, если какой-то интересный мне предложит ивент, да, ну, наверное, прикол, если будет у меня, то, конечно, я соглашусь. А так, ну, типа, батл ради батла нет. Сейчас только творчество. Закатил бы с рифмобесом еще раз, если он возьмет рвать на битах. Да, чувак, я думаю, что рифмобесу сейчас тоже в ближайшее время что-то мне подсказывает, что ему не будет интересно много батлиться, потому что у него будут другие дела. Только Влад сможет вам ответить на этот вопрос, почему. Гришанин сказал Ганфингер в октябре. Точную дату не можешь сказать. Хочу разъебаться. О, бро, ты... Да, приходи на Ганфингер в октябре. Я тоже пока не знаю, когда он будет. Но, чуваки, кстати, пригодите на Ганфингер, на наш рейв. Если вы еще не были на Ганфингере, то вам стоит побывать на нем и понять, что это такое. Проигнорировал меня и не поздоровался. Бро, салют. Как я мог? Знаешь, кого интересно было бы увидеть на International Clash Фьючера? Да, бро. Фьючер с World of Weapons — крутой чувак. Безусловно. Не знаю, насколько он адекватный в жизни, но Clash он прикольный делал. Вообще, International формат — это очень интересная тема для Clash. Да, да и вообще для культуры это очень круто. Базара нет. Айда, что-нибудь хайповое замути, чтобы побольше народу услышал твои охуенные треки, бро. Ну вот мы делаем сейчас релизик, на котором есть один перспективный трек, который, возможно, понравится большему числу людей, чем обычно слушают грайм. Вот, поэтому можем только ждать и делать дальше, что нам по кайфу. Так, если бы был реванш с рифмобесом, считаешь, что он вырос на битах? Рифмобес, безусловно, вырос на битах, чуваки. Конечно, он вырос на битах. Вообще, Влад Зайков, просто респект. Он еще и фристайлит пиздато. Вы слышали, как рифмобес стал фристайлить? Охуенно. Вообще респект. Здорово. Да. На улице Сезам. По-моему, неадекватно. Он же вроде в тюряге сейчас. А, типа фьючер? Фьючер, в смысле, в тюряге? Не знаю, бро, я, типа, не особо вот в подробности в эти могу вникать, потому что у меня не супер крутой английский. И вот я знаю, что писал же респект, типа, через пацанов, то есть я это знаю, что Dialect респект, вот, типа, Raptor тоже, типа, плюс-минус.